экстренная ситуация, включите сирену, экстренная ситуация. Я не знаю, что здесь произошло, мы с Катей как бы в прошлых сериях находили вот эти башни с рейдами, я только что зашел в Майнкрафт, Катя еще сама даже не успела подключиться, как только я зашел, увидел вот это. Катюха, подключайся, пожалуйста, быстрее. Я уже вообще в шоке от твоих слов, что там произошло-то? Подключайся, пожалуйста, быстрее, я не знаю, честно, я не знал то, что они сами могут приходить к нам в гости. Катя, откуда? Да подожди ты, дай зайти спокойно человеку. Быстро. Это еще кто такой тут стоит? Вот я об этом же говорю, я вот только что зашел в Майнкрафт, я увидел вот этого шкита с флагом, которого если мы убьем, тогда начнется рейд. Я тебе зуб даю, я просто зашел, он возле нашего дома тусовался. Сейчас он вот сюда перебежал. Так давай убивать их. Давай, короче, я убиваю вот этого, вот этого пенсионера, вот. А ты вот второго убей, чтобы... Или подожди, 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 или... Ладно, хорошо, давай тогда. И как, я понимаю, у тебя сейчас эффект, да, вот этот появился? Эффект дурное знамение. Короче, дурной дуремонды у тебя эффект. Ладно, давай я сейчас спущусь. Я не знал то, что они могут в гости приходить. Интересно. Как так, они нас вычислили вообще? За нами следили, что ли? Я честно, я не знаю. Вот я зашел домой. Подожди, а у нас, у нас снеговик пропал, да? А у нас немножечко... у нас все черепахи по лодкам распределились, даже та перевернутая. Даже та, которая вверх пузом. Ты еще здесь один На! 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 Ты что меня плюешь, Хабиб? Хабиб! Я просто в шоке, у меня нет слов. А в доме-то есть кто-нибудь? Иди посмотри, пока ты идешь в дом, я тут займусь, ну, немножко другим делом, которое я сделал вот на предыдущем стриме, который был вчера. Ой, ребята, я вам хочу предоставить свою чил-зону. Свою чил-зону? Нашу чил-зону. Екатерина, разрешите вам продемонстрировать. Перед тем, как сюда зайти, пожалуйста, разденьтесь. Разденьтесь. Ну, снимите броньку, снимите, пожалуйста. Крылья снимите, меч уберите. Вот это все снимите, не нацепите, а снимите. У меня инвентарь заполненный снегом. Просто у меня один снег в инвентаре. На. Иди выложи, давай. Иди выложи и приходи обратно. Не надо мне тут вот этот холодить мою джакузи. Кать, отойди, пожалуйста. Ой, сейчас переоденусь, подожди, приду. Давай. Вот ей надо гореть, чтобы она расчистила свой засранный инвентарь, а не мой. А то я знаю, подписчики любят писать: «Эдисон, почисти свой инвентарь!» Это у меня идеальный порядок в инвентаре, идеальный! У меня снег только заполнил все, я же снег копала. Личная джакузи посередине моего двора. Пузырьки, дымок, пузырьки жопу пузырят, массаж делают. Все чиксы на этом районе мои, что Милка, что Елизавета, что Екатерин, Кетрин тоже моя чикса. В общем, мы тут с пацанами. Хабиб, Нургамет, Нургамет. Все, успокойся. Ты что тут раз этого вся? Да, вот почему меня подкидывает? Потому что это джакузи, пузырьки задницу пузырят, задница хорошо. Ну, в смысле, в плане массажа, в плане массажа, вот. О, все, успокоилась. Ой, подожди, подожди, подожди. Как ты сделал эти пузырики? Короче, если ты стоишь на центре, то тебе просто хорошо, просто хорошая теплая водичка. Если ты отходишь с центра, если ты выходишь за грани вот этого фонаря, то тебе пузырики пузырят, понимаешь? Интересно. Короче, мы вчера на стриме сидели и думали, что можно построить, чтобы Кате понравилось. Мы решили с пацанами, с пацентрессами построить джакузьку. А вот там, знаешь, как после баньки, когда вот здесь... Купель. Да, да, да. Как только напузырился, берешь такой, выбегаешь и прыгаешь в холодную воду. Вот так. Понимаешь? Прикольно. Надо еще поглубже сделать. Да, ну подожди, подожди. Плюс к этому всему ты, наверное, не заметила, но я тебе сделал твое фирменное полотенце. Полотенце? Да, 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 давай вот сюда. Вот здесь мое полотенце красное, а вот здесь твое фиолетовое. Я думала, это шезлонги, знаешь, которые так хоп, раскладываешь и валяешься. Нет, это полотенце, оно прям под цвет твоей вот этой рубашки. Это просто beautiful. Я говорил то, что ей понравился, вот, понравится. В принципе, можем здесь еще немножко попузыриться, а можем пойти идти заниматься делами. Ну, вообще-то нам нужно идти заниматься делами, ладно, я давай. В холодную водичку. Давай ты тогда в холодную водичку, мы пойдем заниматься делами. Пошли. Я тут знаю, есть одна очень крутая вещь в Майнкрафте, про которую я тебе не рассказывал до сих пор.
ты знаешь, что в Майнкрафте есть сундук, в который можно сложить свои самые драгоценные вещи? Этот сундук продублирует их, и их станет в 2 раза больше. Короче, сейчас я тебе покажу, как это все работает. Мне нужно взять немножко обсидиана, мне взять нужно немножко глаз эндер. Потом мы ставим это все вот так, ставим это все вот так. Посередине один глаз и посередине второй глаз. И у нас получается кое-что странное. Катюх, стой здесь, никуда не выходи. Подожди. О, господи, помилуй! Так инфаркт схватить можно, будь здорова! Спасибо. Катюха, подойди сюда, пожалуйста. Ты же сказал мне тут сидеть. Вот, а сейчас я тебя зову, подойди, пожалуйста, сюда. Короче, смотри. Это эндер сундук. Видишь? Вижу. Сложи в него свои самые драгоценные предметы. Сейчас сложу. Так, сложила. Сложила? Да. Все. Больше нет твоих предметов. До свидания. Я так и знала, поэтому положила туда иглобрюха. Ах ты собака попесячная! Это значит, ты меня обманула, да? Да, это я тебя обманула. Ага, еще бы я тебе не складывала свои самые драгоценные вещи. Ага. Так подожди, проблема не в этом заключается, а в том, смотри. Заходи обратно в него. Я сюда тоже положу, допустим, алмазный шлем. Твой иглобрюк до сих пор там, да? Да. Пошли за мной. Только там нет никакого алмазного шлема. Потому что там мой алмазный шлем. А, я его не вижу? Нет. Спустись вот сюда. И посмотри вот здесь. Вот в этом эндер-сундуке. Один иглобрюк. Видишь? Что? Видишь. Ну, один иглобрюх. Ну, ядрить, колотить, то есть ты положила иглобрюха в один эндер-сундук, а достала с другого эндер-сундука. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Боже, как сложно, как... Я-то уже хотел сказать то, что и когда закончится этот сезон выживания, то Катя будет уже хотя Подожди. Бы не нубасосиная, она еще та нубасосина. То есть он дублируется здесь, или это ты просто меня опять обманул и положил точно такой же сундук, точно таким же иглобрюхом? Как сложно! Короче, объясняю до одаренных тупых вот это чайника. Кать, короче, смотри, я все, прям башка, пум! Когда я складываю свои вещи в этот сундук, ты их не видишь. У каждого свои вещи в этом сундуке. То есть ты сюда можешь складывать все, что угодно, другие игроки не увидят твои вещи. Вещи видны только тебе. То есть я не могу украсть твои вещи, потому что я их не вижу, понимаешь? Хорошо, хорошо, смотри, сейчас тогда я кладу сюда вот что, вот это. Кладу сюда и убегаю туда. Я сломал тот, я сломал. Вот, смотри, держи, вот он, вот, смотри. Ну да, лежит книга моя здесь, да. Посмотри сейчас в другом эндер-сундуке. Ага, если я заберу ее отсюда, то она там пропадет? Пропала, я думала будет дублироваться, ну ладно, не получилось обмануть. Ты поняла? Честно, нет. Да как? Ну в смысле, ты ставишь в один эндер-сундук, в другом эндер-сундуке. Короче, давайте поможем этой Екатерине Пописяковной. Вот давайте с каждым лайком Катерина умнеет на 1%. Вот и с каждой подпиской. Подпишись, пожалуйста, на канал. Кать, ставишь в один сундук, забираешь в другом сундуке. Неважно, где сундуки находятся, ты можешь один сундук оставить в обычном мире, другой отнести в ад. Понимаешь? Я поняла. Аллилуйя! А зачем это нужно вообще? Вон лучше смотри, черепахи лежат в этих самых лодках. Зачем? Давай прогоним их. Так, я хочу ее удивить в каждой серии, сделать что-то прикольное. А она удивляет тем, то, что ничего не понимает. Ладно, больше я ничем тебя удивлять не буду, хорошо? Эй, ну я хочу, чтобы ты меня удивлял. Ну так ты хотя бы мазочочек... Удивляйся, да? Ты хотя бы удивляйся, вот именно. Ладно, все.
Чё, не клюёт, да? Ну, пока что только рыбка. Не клюёт, значит, да? Да подожди ты, не мешайся. Ничего, не ловится, значит, да? Да сейчас, подожди. Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Ага, рыба обычная, да, значит, ловится? Да, рыба обычная, я её хочу, для Милки вон собираю. Ага, а больше ничего годного ты вытащить не можешь, да? Я просто не хочу, вот если захочу, то вытащу. А ну вытащи. Ну я пока не хочу. А ты попробуй. Она лук вытащила! Зачаренный лук, ну-ка, на чё? Откидывание, сила 4. Опять эти фантомы, да, где они? Я сдаюсь, я признаю то, что Катя лучший рыбак на этой планете. В прошлой серии она вытащила самую лучшую удочку, так просто вот ловля рыбу. Сегодня она вытащила очень крутой лук. Не нужно со мной в шутки играть. Настоящая рыбачка, настоящая рыбачка. Я сдаюсь. Пошли, Катя. Подожди, нужно убить. Да оставь ты его, пошли, давай. Нет, я никогда в жизни не убивала, только ты всегда убивал. Хочу я убить. Давай, я здесь! Пока она там пытается убить фантома, ты посмотри как раз-таки вот эту серию, где Катя вытащила вот эту огромную удочку, зачаренную на все, что только возможное. Вот! Вот! Тыкни, мистер Крипер на крыше! Тыкни! Сначала тыкни, да ты убьешь уже этого фантома! Все, Кать, пошли, нет времени с ним саскаться. Мистер Крипер на крыше! Сядь! Конюшни! Сядь в лодку, или я сейчас уеду! Уплыву, точнее! Ты хочешь, садись, чтобы наши кони взорвались? Катя! Я? Yeah. Нам много раз уже в комментах писали, что мы забыли нашу прям фирменную коронную песенку. Вот многие писали, чтобы ты спела вот это. Да-да-да-да-да-да, вот это. Неправда, никто честно, не пишет. Честно, многие писали это, честно. Ну ладно. Давай. Так уж и быть. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому трудно на свете. Жить одному. Ты нормально пой. Ну ты сбил меня! Продолжай! Знаю. Верю. А птицами считают только те, которые считают. Считаю, там криперы и зомби, и вообще пипец, надо бежать спасать мир. Ты песню до конца допой! Птицами, мистер Крэбер, считают. Ой, я чё, без одежды-то бегаю? Я думаю, чё мне так крипер хорошо шадарак? Катя, ты тоже без одежды, одежду-то напяль на себя, пожалуйста! Так я её оставила! Где ты одежду оставила? Ты дуримонда! Дома оставил! Да мы же прямо сейчас отправляемся рейд делать! В смысле ты дома... Ой-ой-ой-ой! В смысле ты дома одежду оставила? Кто тебе сказал дома одежду оставлять? Кать! Так я, это самое, у меня заполненный инвентарь, я поэтому и выложила ее в другое место. Так почему ты вот этот снег не выложила? Почему ты одежду выложила? А, вот, у меня одежда с собой, я думала, я ее выложу. Все, надо одеться, сейчас оденусь. Надо одеться и бежит прям впритык к скелету. Ты очень умная девушка, ты знаешь? Да, в принципе, я никогда не отрисовала этого. Подожди, так у тебя пропал эффект этой фигни рейда! Да. Что сейчас будет? Ой-ой. Ты нубасина. А почему я не знаю, что? Когда тебя убивают, с тебя снимаются все эффекты. Так, хорошо. Ну хорошо, нет эффекта. Ну и что такого? Значит, рейда сегодня не будет. Ну мы же можем пойти в ту башню, в которую мы видели. Это же, может быть, другие ребята приходили, а мы другим пройдем. То есть ты хочешь другим ребятам пойти? Ну, в принципе, я не против другим ребятам пойти. Ну иди к чертовой бабушке к другим ребятам. Если я сегодня уже собрался в эту деревню, значит, я пойду в ту деревню. Зачем? Чтоб ты спросила. Ну,
ну простите. Ну ладно, ну не будет рейда, ну что-нибудь другое сделаем, давай, ой. Вот, кстати, мы его можем излечить, если что, и он станет нормальным человеком. В принципе, давай мы, наверное, так и сделаем, давай закроем его где-то в доме. Давай, веди его сюда. Давай, 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 иди сюда, хорошо, иди сюда. Хорошо, Катя просрала, можно сказать, все планы на вот эту серию. Мы хотели сделать одно, будем делать совершенно другое. Давай загоним его сюда. Ну, как всегда, как всегда. Ай, здравствуй, не-не-не, давай не сюда, не сюда, давай в другую сторону. Давай вот в этот домик. Сюда его загоняй. А нет, здесь тоже человек молодой живет. Давай в другую сторону. Я не знаю, куда его загонять. Здесь все, все... Нет! Голем, нет! Дурак! Дурачина дурацкая! Ай, вот теперь давай голема поругай, а не... Ты зачем это сделал, балбес балбеский? Ну ты видел то, что мы его излечить хотели, ну чё ты такой? У нас и так половина деревни не работает. Вот, кстати, хорошо, сегодня у нас тогда будет проверка. Если сегодня не будет рейда, значит у нас будет проверка. Вот смотри, у нас столько жителей, вот эти двое не работают. Вы чё делаете, мужики? Ты чё делаешь? Ага, они не работают? Подожди, а ты чё делаешь? Они не работают. Так, так, молодой человек, не приставайте ко мне, у меня есть трезубец, я сейчас вас убью. Подожди. Не-не-не-не-не, только не вздумай бросать, пожалуйста, в него трезубец. Хоть он и не работает, но не надо. Вот, почему? Мы... не на... Кать, не надо бросать в жителей трезубец! Тем более, вроде как я понимаю, во время дождя. Это же дождь? Ну, в смысле... А вот пусть будет работать. Кать, не надо. Что произошло? Я тебе человеческим, российским языком сказал не трогать трезубцем жителя! Наташка или как ее? Марина! Марина! Маринка, привет! О, давай, давай сама с ней разбирайся. На! Не зря выловила. Минус, минус один житель. Так это что? Всех нерабочих сейчас можно? Так, я выдвигаюсь на охоту. Кто не работает, тот сейчас будет истреблен. Подожди, так что, чтобы они работали, надо им сделать станки. Когда... Да хватит меня колопуздить вот этот, сколько, 15 секунд еще осталось. Чтобы они работали, надо сделать им станки, тогда они будут эти работать. Эти тоже не работают. Ну пока что не работают, но скоро будут работать. Кать! Ты с ума сошла, ядрит колотить или что? Успокойся! Все. Ты еще не рабочий, ты тоже не работаешь? Так, ладно, так, ладно, надо, Кать, не смей никого убивать, надо брать все в свои руки, мистер Крипер, иди в задницу, иди в задницу, на, Кать, не смей никого убивать больше, пожалуйста, ну да, они работают, мы им сделаем станки, будут работать, этот работает. Это оружейник, оружейник, хорошо, тебе Боже, повезло. Мать, с ума сошла полностью, ты что решила сделать? Я решила полностью изменить инфраструктуру нашей деревни. Там жители атакуют, ты лучше спасай жителей, а не наоборот убивай и превращай в ведьми, Кать! А этот житель работает? Я... Ну так проверь! А! Ты смотри! На! На! Все, 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 ты будешь что-то делать, голем вот это, в этой жизни, нет? Че пялишь? Не... О, не работает! А! Боже, боже. Кать, не смей, пожалуйста. Кать, я тебя прошу. Все, убери, убери свой трюк. Не-н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 е. Иди сюда. Что? Эй, а ты не бей меня? Иди домой спать. Иди спать домой. Нет, все. Все. За что? Ты четырех жителей на вот это, на салат пустила. Еще и пожар здесь устроила, Кать! Пожар? Тут деревня горит вся к чертовой бабушке! Я хочу посмотреть на пожар, верни меня! До свидания. Ты с этого момента наказана. Никакого больше Майнкрафта, все! Почему? Покачану! Все, Катя наказана. Больше я с ней играть не буду. А вот ты! Ну, ладно, ты не наказан, если подпишешься на канал. Вот. А то как бы скоро выйдет новая серия выживания. И посмотрим, будет ли Катя в новой серии выживания. Вдруг я больше с ней вообще не буду записывать. Ты сегодня... Буду! Я не знаю, ты сегодня войну какую-то устроила? А чё они? Посейдон в юбке ядрить, колотить. Ой, всё.
Thank you.